Друзья, всем привет! Пасмурно, сыро, немного даже зябко, но все равно хочется и хочется приходить в наш любимый зоопарк, ведь его видеть в разное время года и в разную погоду очень нравится многим посетителям. Смотрите, какие тут красивые волшебные птицы, черные лебеди здороваются и поют свои шикарные песни. Привет! Ам? Нет, только вожак защищает свою семью. Да, да. А наша красотка жирафиха, смотрите, гуляет. Вот благодаря такой вот немного дождливой погоде сразу начинает оживать сухая травка, зеленеет у нас газоны, зеленеет листва, ну просто обалденно. Была на самом деле очень сухая и жаркая осень у нас, буквально пару раз всего лишь был дождь, вот все время было тепло и жарко. Хорошо, что Черное море компенсирует отсутствие проливных дождей и делает наш климат более мягким и влажным. Вон, смотрите, какая жирафиха. Травку жует. Травку жует, да. Стала, раздвинула вот так передние ноги, чтобы пожевать свежую зеленую травку, которая пробивается. Смотрите, как красиво. Вообще, увидеть, как пасется жираф, у нас, ну, очень сложно, потому что она отходит в середину вольера, и там ей регулярно дают разнообразные угощения, имитируют деревья, вот, вывешивая ветви деревьев с листвой, чтобы она могла их кушать. Ну и, конечно же, вот такой вид еды попастись жирафу на лугу, а у него он огромный зеленый луг, это прям милое дело. Вот кто не знал, да, жирафы могут пастись. Они не только объедают верхушки деревьев, как здесь делает наша красотка жирафиха, но также они и травку могут пощипать, да? Несмотря на их габариты, огромный рост, жирафы очень достаточно гибкие. Ну и смотрите, огромная, шикарно смотрится сегодня в этом потрясающем вольере. Крымские горы, волшебные виды, ну, просто сказочно, сказочно. За этой великаншей наблюдать одно удовольствие. Вот она демонстративно обходит весь свой вольер. Представляете, какие у нее размеры? Обалдеть! Такое огромное животное. Ну а виды, друзья, ну хоть картины пиши. Вот наблюдая за жирафом, невозможно оторвать глаз. Ведь это такая красивая картина. Гуляющий жираф по вольеру. И представляете, друзья, не только здесь, вот в одном ракурсе, когда выходит поздороваться с посетителями, всех поприветствовать, а еще у нас с вами есть сегодня уникальнейшая возможность понаблюдать за ней. Вот, снова стало пощипать траву. Смотрите, как изгибается. Супер! Поэтому, друзья, приезжайте, конечно же, и наблюдайте своими глазами за этим чудным животным. Да, потрясающие картины. На таком контрасте сегодня нет яркого солнца, нет, не слепит ничего, просто пасмурно. Такой мягкий, хороший свет. Как раз для вот таких вот интересных съемок и для наблюдений за нашими питомцами. Эй, Мел!
красота. Такими видами можно наслаждаться бесконечно. В принципе, что я и делаю? Каждый день, приходя в зоопарк, наблюдаю за тем, как ведут себя животные. Как они здесь передвигаются, как они общаются между собой, как встречают сотрудников. Ну, это просто уникальные кадры. И я рад тому, что у меня есть такая возможность. Эй! Смотрите. Просто супер. К жирафу приезжают туристы со всех уголков Крыма. Потому что увидеть на фоне гор крымского жирафа, ну, это прям изюминка. Обалденное, потрясающее животное. Восхищаться которым я не устану никогда. Эй, иди сюда, давай, иди ко мне, иди сюда. Эй, иди, иди, иди. Иди сюда. Мэл. Волшебная прогулка с жирафом состоялась. Очень круто. Вот лебеди пришли, приплыли попрощаться. Сказать вам всем, друзья, приезжайте в зоопарк «Сказка». Мы вас все с радостью ждем. Всем отличного настроения. Привет из «Сказки». Пока-пока. Да? Туру-туру. Все, пока-пока. Мэл тоже услышала, что я собираюсь уходить, и пришла тоже передать свой воздушный поцелуй нашим зрителям. Всем отличного настроения. Пока. Класс. Вот такая дивная сказка в нашем зоопарке. Всем отличного настроения. Приезжайте в наш любимый зоопарк «Сказка» в городе Ялта. Пока!